Всем привет, дорогие друзья, на канале Pro Gamer Television. С вами Сафир 33. У нас с вами вторая часть прохождения игры Brutal Doom с левым паком No Rest for the Living. Итак, блять, вот только хочу сказать, я только что прошел вторую часть, вторую карту, эту ебаную, блять, у меня нихера не записалось, мадафака, поэтому здесь, скорее всего, я уже просто буду переигрывать. Сука, я вот это стираю, все, это просто, блять, ад какой-то. Ёбаный в рот. И, блядь. Буду, короче, заново играть. Так, что у нас тут? 6 секретов, да, из 7. Я так, ёпта, не нашел этот секрет. И нахуй я искать его не буду. Это точно. Хотя, подождите, вот здесь вот что это? Вот это вот, вот это вот. А, подождите, как это? Стоп. Вот это что, секрет? Блять, искать не буду. Нашел, блять. Просто, ёб твою мать, какая хуйня. Ну, ладно, продолжаем мы, короче, проходить. У нас будет второй уровень, я точно не могу вам сказать. Этот уровень был The Earth Base, а второй уровень называется The Pain Labs. Но, скорее всего, может быть, это уровни из оригинального Дума, я хер знает, не могу вам точно сказать. Вот. Скажу честно, да, я тут, блядь, знаю, что тут будет, и мне это, конечно, блядь, сука, бесит просто все. Пидорасов мочить сейчас буду, я побыстрее это все пройду. Это пиздец какая-то утопия, сука. Хуперская хуйня, а. Еще будет меня стрелять. Это что за херня? А это что это за винтовка? У меня такой не было. Вот не было и все. Без руки нахуй будешь, ублюдок. Хуесосить тут еще будет мне. Ах ты, сука. На, блядь. Соси. Дрянь. Здесь надо, блядь, вот так вот. Нахуй, заряжаем пушку. Что вы там, блядь, все эти орете, сука. Шлепки. Ой, блин, давайте N R F L. Ебанутое название. L большая, конечно же, да? И номер 2. Ишь ты, у нас прибор ночного видения, ёпта. Не просто так все, да? Здесь красный ключик. Красный ключик тоже не просто так. Блять, твою мать, пидорская мразь. Ебануться, какая слонобойка, а. Прям возбуждается эта хуйня. Блять. А ты что делаешь, ушлепище тут? На, блять. Куски, блин, раскидал тут свои ничтожные сучьи отрохи. Блин, пиздец. Это сука. Ебанутая тварь. На, блин. Кто там выебывается? Они прям так орут, мадафаки. У нас есть вот что, блядь. Мы можем просто фонарь включить. И да, я знаю, что здесь есть секрет. Потому что я, блядь, искал нахуй. 40 минут проходил этот уровень. Блять, ну не зря, я, смотрите, винтовочка какая, она же рандомная. Ух, мадафака. Пулеметик какой у нас. Вот ты какая красота-то, а. Сейчас мы вас почикаем. Мы вас ножичком-то почикаем. Здесь тоже секреты, я тоже это знаю, мадафака. Но у нас есть красный ключик.
Ясно. Пидорасы. Ух ты, какое у нас там красивое. Ой, блядь. Ёбаный в рот. Блять, куда я полез-то? Мода-фака. Блин, с таким пулеметом грех куда-то не залезть, а согласитесь. Красота, а вот и синий ключик. А тут секретик. Ебеням, блин. Ю! Да, ю. Fuck you. Я знаю, что там меня ждет. Слушайте, ну косилка вообще просто офигенная. Так, слушайте, ну здесь уже поработать надо. Как говорится, без труда не вытащишь и рыбку из труда. Труда, блядь, труда, ёбка. Помните, когда-то было так легко все доставалось. Нет, это мы только прошли середину. Ну, вот так пилить. Вот. Ну, наконец-то. Поддалась. Так, у нас есть синий ключ. Так. 300 патронов. Что у нас с этой винтовкой? 45, да? Да я здесь знаю, что тут тоже есть... Мега секрет. Подлые твари. Блять, у них мощнее, мадафака. Ползет там, блять. Тварь, а? Мы тут в тир поиграем. Так. Ух ты, сука. Мразота. Там же еще одна будет, я точно знаю. Не, давайте вот слонобойку возьмем. Бум! Ой, блядь, забыл про это. Ой, блядь, и с этой стороны. Вот это мощь. Пиздец, ёпта. Ой, блядь. Разворотило-то как, а? Фонтан.
А там у нас желтый ключик, кстати говоря. Здесь мы так немножко подвинем. Вот это, блядь, 5 очков. Надо сразу, блядь, ставить так. Пидоры, пидоры! Пиздец. Адская хрень. Это ж вы в клетке, а не я, мадафака. Ой, блядь. Ах ты, сука, позорная. Секрет. Сложно-то все стало, да? По-моему, я не тут тушу перед. Вот так эффективнее, честно. Так, теперь давайте искать аптечки. Что у нас с секретами? 3 секрета из 12? Вы что, гоните, что ли? Подождите, а что здесь? Ой, бля, зачем это? Давай, блядь, не отставай, парень. Так, 72, 97, 102. А, ну да, я уже слышу. И вот у меня уже секретов. Все, уже достаточно много.
Ой, блядь, что я делаю? А тут прям два секрета. А, нет, слушайте, у нас еще один остался. И я, по-моему, знаю, где он. Да? Черт. Хотя, наверное. Не хочу тратить ничего. Все, 12 из 12. Теперь бы мне кто-нибудь жизни восстановил. Ой, жизни. Патроны. О, все, заебись. Ну что ж, друзья, с вами был Сафир Тритройки на канале Pro Gamer Television. Всем спасибо. Так, соберем вкуснотищу. И до новых встреч, пока-пока.